Сайк, ты мне должен будешь идти. Все, пошло видео. Ты ладишь штаны? Приветствую. Ну, меня все равно снимают. Ребята, здесь нахожусь у человека, у которого же снимал видео о том, где находятся колеса, как украсили забор, очень интересное. И вот мы находимся в подвальном помещении, и кое-какие элементы старины, потому что человек увлекается, очень интересно, в доме у него картины. И, значит, приступим. Значит, начнем мы с такой вещи, как дрель. Эта дрель была найдена недалеко от имени графа Толочка, деревни Раковица. Раковица. Это 19 век. И обратите внимание, 19 век, три скорости. То есть это поляки сделали. Она как бы сохранилась для того времени так неплохо. Пескоструить надо. Но вот были такие технологии. Электричества не было. И надо было как-то сверлить. И вот такой инструмент. Вот. Так что... Кто не видел, кто не знает, вот знаете, строители, вот оно. Первое орудие, которым делали мебель и еще какие-то моменты. Значит, дальше. Приступим дальше. Это у нас, как называется? Фарфор. Фарфор. Масленица. Фарфор, масленица. Это где-то царское время, где-то 18-19 век. Чем это интересно? В то время все делалось практически вручную. Вручную вот это все лепилось, как шаблоны какие-то были, да, но однозначно все рисовалось. Коллекционеры очень любят эти вещи, очень любят, это действительно очень красиво. Обратите внимание, как живо написано, живо все вот это выразено, даже сохранилось. Очень-очень красиво стоит лейбл завода, я так понимаю. Вот. Ну, не будем на этом заострять внимание. Покажу вам очень интересную бутылку. На первый взгляд это обычная бутылка, но на самом деле это бутылка тех лет. Это где-то 18-19 век, примерно могу сказать. Чем отличается, да, обратите внимание, какое горлышко. Да. Вот, сейчас, секундочку. И стенки толстостенные. Толстостенные стенки. Вот такая вот бутылка. Есть люди, которые профессионально занимаются именно поиском бутылок. Есть вот такие узорочки маленькие. Вот. Есть коллекционеры. Есть марки, есть монета, есть бутылки. Это для тех, кто не знает. Дальше. Дальше. Вот такие гирички. Это гирьки заводские. Когда-то взвешивали, может быть, в аптеке. То есть не было каких-то сверхсовременных каких-то вещей, но вот такие вот гирички взвешивали. Не знаю, что именно, но это наша история. Вот. Тоже это старина. Так, где она стояла? А, вот здесь она стояла. Дальше. Хочу ваше обратить внимание на кирпич. Кирпич Александровский. То есть это еще времена крепостного права, очень хорошо сохранился. Брестская крепость. Брестская крепость, да? И здесь даже сохранился лейбл. Хочу обратить внимание, как хорошо сохранились острые края. То есть совсем остренько, очень-очень хорошо делали на то время. Он такой тяжеленький, крепкий. Смотрите, по вкраплениям. То есть нету ничего, только глина. Чистая глина. Нигде ничего не пережжено, очень хорошо все сделано. Так, дальше. Дальше. Так, это термос. Это термос? Ничего себе. А что? Читай. Термос Италия? Или кто это? Термос, оригинал. А кто производитель и какие годы это? Вот оно. Это сложно сказать. Давай снимем этот термос. Ага. Очень-очень-очень интересно. Не на контур светит. Ага, вот так вот. Интересно. Интересно. Так. Это наши предки. Мука. Зерно. Зерно. То есть где-то цедили, где-то в бочке заполняли. Кстати, по этой части, вот я вам покажу коротко, чтобы знали наши, так сказать, мы-то еще немножко знаем про это, а уже нашим детям, нашим внукам это будет неведомо. Это ступа. Кто не знает... Венчик ступа, да, а ей
тололи, толкли, да. Толкли кормить свиней, поросят, то есть вот, это, вот этой частью или вот этой частью. Но чем она необычна, ей где-то около 100 лет, это где-то около века ей, да. Чем она необычна, что она двух сторон. Обычно вот моя бабка, вот я помню, там одна сторона, с одной стороны, то есть даже так производили. Вот, очень хорошо сохранилось. Так, дальше. Фляга. Фляга австрийская. Тоже неплохо сохранилась. Это Первая мировая война. Алюминиевая. Не знаю, может быть, даже солдатская. Скорее всего. Вот, очень-очень хорошо сохранилась. Так, дальше приступим. Дальше у нас вот такая штучка. Это у нас, как она называется? Ну, костыль какой-то, не пробовал. Костыль, может где-то швартовалось что-то, видите, делалось. То есть железо не жалели, все в таких ну, объемах. Кузнецы ковали. Да. Такая вот вещь. Так, дальше. Дальше. Что еще хотел показать? Вот это мы показывали, нет? Пяльца, нет. Пяльца. Это у нас на ткацкий станок одевалось. И женщины ткали одежду детям, мужчинам, себе. То есть все вручную сделано, подогнано. То есть все деревянное. Вот. Вот это тоже из того же разряда. Не-не-не, это из другого разряда. А что это такое? Это... Понял. Совсем другое. Не то. Так, а что-то я тут еще увидел. Молоток еще есть. Ага, молоточек. Молоточек это чуть ли не первобытный. Сколько ему лет? Тоже выкопано, это сложно сказать. Это сложно сказать, но однозначно это старый молоток. Это уже к археологам. Вот они могут сказать примерно, потому что может быть по этой форме сложно. Но старый, однозначно старая вещь. Так, дальше. Это что у нас? Это какой-то была дудка. Уже где-то откопали. Может, клаксон какой-то. Старенькая. Так, я там обратил внимание уже на той стене. Каска. Это каска... Это времен Отечественной войны. Ну, это вы можете найти в музеях. Но самое интересное, я уже вижу, что она сохранилась практически... Ну, вообще, на ней даже ржавчины нету. Она не выкопана, она просто приобретена. Ага. Посмотрите. Вот это все настоящее, вот эта вот кожа, все шлейки нашего советского солдата. Но она очень хорошо сохранилась, даже это удивительно. Вес она такой имеет, такой внушительный. Скольким бойцам она спасла жизнь во время мировой войны второй. Вот наши все, практически у всех, все люди носили. Хорошо, очень хорошо сохранилось. Так, а это у нас? Ну, это от нашей патронтаж для нашей винтовки, победившей Отечественную войну. А Мосина? Для винтовки Мосина. Она тоже в удивительно хорошем состоянии сохранилась. Как будто бы, может, какой-то прапорщик ее, может, где-то сохранил для народа. Удивительно сохранилась. Вот единственное, вот где-то здесь только... пошла ржавчина, а так все очень-очень-очень хорошо. То есть здесь патроны хранились Мосина на винтовке. Угу. На пояс она одевалась и где-то сбоку. Очень-очень хорошо, интересно. Так, дальше. Это я поверху сейчас. Что вам еще интересно можно посмотреть? Еще есть чемодан, с которым ходили люди на войну. О, да-да-да. Вот эти чемоданы, они действительно сродни старины. Во-первых, я уже вижу, что они выполнены из чистой кожи. Это чистая кожа. Кордонка. А многие в них хранят письма. Я вот только хотел сказать, вижу открытки. Поздравительные с 23 февраля. Не знаю, сейчас открытки все, наверное, реже и реже пишут. Какие-то бумаги старые хранятся. Какие-то документы. Вот такие защелочки. По бокам кожа. Довольно-таки очень хорошо, прилично сохранилось. Красиво. Неужели? Это карандашом нарисовано? Ребята, мне в это сложно поверить, но это как будто бы может даже и карандашом нарисовано. То есть, я не то чтобы рекламирую там что-то, да? Или там что-то говорю.
как бы там ни было, это наша история. И если мы будем помнить, что в истории происходило, мы, может, не будем повторять ошибки. Так, художник Лисовский. Художник Лисовский. Да, интересно. Год. 68-й год. Тираж 3000 экземпляров. В 68-м году это вешалось Сталина, Ленина, где-то большевики. У нас народ был очень патриотичный, очень любил свою родину. Может быть, опять это будет. Вот. Так, так, так. Я вижу какую-то машинку. Что это за машинка такая? Калькулятор. Это калькулятор. Называется Феликс. Ух, он ее массивный. Давайте-ка на свет выйдем. Какой это год? 70-е, наверное. Счетная машинка Феликс. И этой машинкой считали все эти цифры? Бухгалтера все считали. Обалдеть. Какая сложная техника. Сколько здесь, смотрите, сколько здесь этих самых всяких, не знаю, штук. Это каким надо быть мозговитым, чтобы это все продумать? Это просто, просто бомба. Это что-то крутит. Крутилась как-то. Разряды. Я даже не знаю, как она работает и как она работала. Такая маленькая. Да. Ну, жить надо было, считать надо было какие-то большие суммы. И вот такие станки. Это не современные ЭВМы. Вычислительные машины. Ну, внушительная. Предшественник. Да. Интересно. Наши предки тоже не дураки. Да? А это от бочки, я так понимаю, да? Да, от бочки кольца. Кольца, да. Это 70-е, первые наушники. Современная молодежь, смотрите. Вот современная молодежь того времени на бобинных магнитофонах «Феникс», сделанный в СССР, слушала музыку, слушала Высоцкого, слушала, кто там еще, Анна Герман. Ну, это Анна Герман чуть... Ну, да. Кто там еще был? Иосиф Кобзон, наверное. Вот, тоже мягенько было. Тоже это уже элементы старины. И чем дальше время от нас отходит, тем это с интересом смотришь. Даже вот эти полис... как они называются? Насосы. Насосы, да. Эти насосы с деревянными ручками. Я тоже помню. Сейчас уже, конечно... Коньки еще у нас. Все реже и реже. О! На этих коньках и в хоккей играли, и катались. Я специально на свет вытяну. И вот эти еще, вот еще одни коньки. Ага. О, ну ничего себе. Сейчас мы уберем стороночку, сделаем обзорчик такой. Кстати, чисто кожаные. Чисто кожаные. Хоккеисты катались. Может быть, даже катались того времени чемпионы. Кстати, если на них ходить, шнурки на них, я думаю, можно еще на них дальше кататься. Но я думаю, все-таки больше всего интересно посмотреть это тем людям, кто катается на коньках, просто удивиться. Просто удивиться. Да, на контрсвете. Ага. Просто удивиться, что наши предки тоже любили отдохнуть и отдыхали как могли. А еще были вот такие коньки, которые привязывались. Да, эти коньки, это уже, наверное, чуть позже, это, наверное, годы 70-е, да? Вот. Тоже очень интересно, вот в ногу вставлялось, так даже на них сейчас вот одеть можно кататься. Правда, конечно, не так удобно будет, как на современных, но все же, чтобы получить удовольствие, кстати, регулировалось болтом по размеру ноги. Очень интересно. Может, когда-нибудь вернемся к тому, что начнут тоже выпускать, но более уже как-то современно, более так под человека. Ну, на то время было так. Так, палочку какую-то вижу. Что это такое? Задача, это вопрос. Что это такое? То есть вы сами не знаете? Не, я знаю ответ. Но... А, что это такое? Да, что это такое? Что это такое? Может, с рыбой что-то связано? Нет. Ну, это однозначно, не ходить с палочкой. Нет. Блин, сложно сказать, я не знаю, что это. С животноводством. Животноводством. Угу. У меня самое страшное предположение. Раз. Правильно. Что, серьезно? Да.
Доставать вот это все кишки? Вот это сено. Вот... доставать. Сено. А-а-а. Поэтому она так отполирована. Я думал, это сам, не в ту сторону подумал. Да, шток, да, сена. Да, 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 я раз, понял. Да, повернул, да, да, и достал клок сена. Да, 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 да. Да, интересно как. Дедушкина вещь. Наши дедушкина вещь, наши предки. И это надо было найти такое конкурс, дерево. Конкурс, от, отстругать его красиво. И она служила, и поверьте, уже сколько лет, сколько ему? 120 лет. 120 лет. Сейчас 2015 год. Я думаю, что оно еще будет служить. Служило бы, если бы, конечно, кто-то сеном занимался бы. Интересные вещи. У вас много-много чего интересного, я смотрю. Так, что мы еще посмотрим? Или у нас уже... Ты, ты выключи эту балду. Сейчас, выключи. Сера тебя заведет, сейчас ты снимешь хатик. Ага. А там все. Бутылочки еще вам. А, бутылочки, ну давайте посмотрим. Коротко, потому что у меня уже 7 минут осталось. 7 минут пошутались. Ладненько. Все, ребята, надеюсь, было интересно. Такой маленький экскурс. Поэтому все, всем пока.